لا يمكن أن يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات، لماذا نطوف سبع أشواط بالبيت ولا نطوف مثلا ثمانية، لماذا نطوف حول عكس عقارب الكذا أو يمين أو يسار، لماذا نكبر هنا؟ المسلم يقول أنا عبد، الرب هو الذي يأمر، وأنا أقول يا رب سمعا وطاعة. Здесь очень важный такой тонкий момент, который необходимо понять каждому из нас. Мусульманин и его характер следующим образом можно определить. Мусульманин не должен задавать вопросов «почему?» и копаться, ну, так скажем, в таких моментах. Прежде всего, мусульманин должен подчиниться. Вот мы, мусульманин не может сказать, почему мы совершаем утренний намаз 2 ракиата, а зухр намаз 4 ракиата. То есть, шейх, отвечая на данный вопрос, это очень важный вопрос, то есть не предосудительный, понимаете правильно, он хочет сказать, что такова воля Аллаха. Аллах законодатель, он так установил. А смысл этого в чем или нет, иногда можно постигнуть, а иногда невозможно постигнуть. Ash-shaytan huwa alladhi 'asa 'indama amarahu Allah subhanahu wa ta'ala bis-sujud li Adam aba wa qala لا أسجد. المسلم يقول سمعنا وأطعنا. Девиз мусульманина заключается в следующей фразе. Он говорит: услышал, о Господи, и повиновался. Вот это девиз мусульманина. И по сути дела только, значит, нечистые силы, шайтан, он внушает человеку различные вопросы, на которые невозможно найти ответа. Или это труднодоступно. И вот поэтому здесь самые первые принципы правила, на которые нужно ссылаться, это то, что Аллах Всевышний абсолютный законодатель, Он так захотел, и такова Его воля, и мы обязаны подчиниться. Вот ответ на вопрос.